В Екатеринбурге женщина-водитель «Тойоты» не уступила дорогу трамваю и столкнулась с движущимся вагоном. Авария произошла в понедельник и попала в объектив видеорегистратора, установленного в кабине вагона 4-го маршрута. «Тойота» выезжала с парковки гипермаркета «Окей» на улицу Фучика и обязана была пропустить все движущиеся по этой улице транспортные средства, но трамвай в первую очередь. Однако что-то отвлекло водительницу, и она врезалась в левый борт старого чешского трамвая «Татра-3». Оказавшийся одним из первых на месте происшествия, екатеринбуржец Эдуард стал свидетелем телефонного разговора женщины, видимо, со своим мужем. Может, ДПС? Нет, нет, ничего нет. Просто у этого трамвая это тоже что-то сорвало. Вообще все сорвало. Красивая машина была. Никто из людей в этом столкновении не пострадал. Буквально накануне Тау рассказывала о другой похожей аварии, произошедшей на улице Белореченской. В ней также поучаствовал Тойота, и также по счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал. И да, за рулем Камри был не заметивший трамвай мужчина-водитель.